Дарья Лобачева – популярный в городе швейный блогер. Девушка долгое время занималась индивидуальным пошивом. Но перспектив в этом не видела и решила изменить вектор работы. Завела страницу в Инстаграм и начала учить людей шить. Сейчас уроки пользуются огромной популярностью. Все больше людей в последнее время хотят научиться шить именно для себя. Я заметила, что есть такая потребность, потому что люди хотят индивидуальности. Да? В последнее время намечается тренд на индивидуальность. И как бы через одежду проявить это проще всего. Одеваясь в масс-маркете и сетевых магазинах, подчеркнуть свою индивидуальность не получится, рассказывает Дарья. Рынок переполнен огромным количеством одежды китайского в основном происхождения, да, так называемый масс-маркет, который я называю фастфудом одежным, да, потому что одежда низкого качества, не очень хорошие посадки, дешевые синтетические материалы, достаточно однотипные на самом деле. Подчеркнуть индивидуальность могла бы квалифицированная швея, но таких единиц как в городе, так и в целом стране. К слову, сейчас острый дефицит рабочих рук во всех отраслях, рассказывает председатель Союза предпринимателей Юрий Фриц. И причина проста – люди не хотят осваивать рабочие профессии, а идут по более простому пути. Сфера по связыванию рабочей силы – это, например, там вот, доставка еды. Очень много молодежи ушло туда, ну такой неквалифицированный труд, но тем не менее там есть заработки, работа, не требующая каких-то специальных знаний, простая, понятная. А также отток кадров. Ежегодно край теряет десятки тысяч квалифицированных работников. Дефицит профессионалов ощущает и барнаульский меланжевый комбинат. ПМК – крупнейшее предприятие Алтайского края в сфере текстильного производства. Здесь производят ткань для спецодежды, которую поставляют оптом крупнейшим швейным предприятиям. За неделю здесь выпускают столько ткани, сколько хватит на дорогу от Барнаула до Новосибирска. Если эту ткань, которую мы выпускаем в виде швейных изделий, там, отправить в Алтайский край одеваться, то мы его завалим своей продукцией в течение там, месяца. Мы всех оденем в свою одежду и прочее, прочее. Но пока этого не происходит. У БМК не тот профиль, чтобы одевать жителей Алтайского края. Поэтому рассчитывать нам на качественную ткань и качественный индивидуальный пошив сложно. Остается только самим осваивать азы швейного мастерства. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.